Демонтаж полов, кровли, системы отопления, подготовка к замене инженерных сетей. 6 мая в Звенигороде стартовал капитальный ремонт Веденской школы номер 3. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции учебного учреждения. Сейчас основные работы демонтажные заканчиваются, и мы всех людей будем менять уже на специалистов, которые будут производить специализированную работу. Вы же помните, что на 1 сентября открывается школу. Да, мы еще прорабатываем решение для ускорения процесса. Штукатурная работа делать не людьми, а механизированным способом. Строительные работы на объекте ведутся в рамках президентского проекта «Образование». В настоящее время рабочие устанавливают на фасад строительные леса. Идет подготовка к замене инженерных сетей, механизированной штукатурки стен и другим видам работ. Вентиляция, значит, текущие проверили каналы, мы их прочищаем все, которые из класса. Мы их устанавливаем. Какой-то мастик или там специальной жидкостью, раствором. Ну, специальным методом. Там не было грязи. Да. А что касаемо столовой и зоны... Пищеблок, столовая, пищеблок, да, там приточно вытяжная будет установлена. И спортзал. Соблюдение графика ежедневно контролируют представители администрации Одинцовского округа и общественники. Сейчас на объекте трудится 40 рабочих. Чтобы реконструкция Веденской школы была завершена в срок, количество строителей увеличат до 60 человек. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».